Студенты Института физики затронули тему искусства и того, как много места оно занимает в сердце человека. Декорации представляли собой картину-галерею с работами множества известных авторов. Среди них, например, знаменитый поцелуй Густава Климта. По сюжету главный герой проходит внутреннюю трансформацию и понимает всю важность творчества в своей жизни. В этом ему помогает девушка. Она знакомит его со всеми моментами, которые проживают люди в процессе созидания. Особую атмосферу добавил световой театр, а мультимедийные постановки смогли погрузить зрителя в мир искусства и пронзить чувством прекрасного. Институт вычислительной математики и информационных технологий представил комичную ситуацию. Все представление зрители наблюдали за расследованием и сложным жизненным переосмыслением главных героев в связи со сменой деятельности. Так, сыщик задумался о своем дедуктивном отношении к жизни и понял, что в некоторых моментах необходимо добавить немного абстракции. Актер все-таки смог отыскать причину пропажи обуви и после стал рациональнее подходить к жизненным обстоятельствам. Танцевальный коллектив «Кулек» отразил театральную жизнь в своей хореографии, а вокально-инструментальный ансамбль «У меня есть план» исполнил песню «Are You Mine», которая добавила авантюрной и детективной атмосферы в представление. Напомним, что фестиваль продлится до 13 октября. Каждый день в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс». Для тех, кто не смог посетить концертные программы вживую, специально ведется трансляция в нашей группе ВКонтакте «Универ ТВ». 12 октября свои номера представят Инженерный институт и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Начало традиционно в 17:30. Валерия Карташова, Кристина Отекина, «Универ Ньюс».